Все, запустилась камера. Всем привет! Это наша еда. Это кушает Даня. Вам нравится город Синельниково? Нет? А школа это нравится? Школа нравится? Отличная школа. Анна, скажи тихо, что вы купили на камеру. Консервированные носки. Интервью перед подарком, Славик, можешь ждать? Спасибо. Це день захисника вечірній. Ми дуже сподіваємося, що ви наші захисники. Дякуємо вам. Всем привет, и это новый влог. Что ж, в этом влоге вы увидите немного рыбалки, и все остальное это опять школа. Я вижу, вам понравился такой формат влога, как предыдущий, так что будем делать, но не всегда его, потому что однообразие постоянно надоедает, так что будем чередовать. Ну, посмотрите, на рыбалку выехать, так чисто отдохнуть. Всю рыбу практически там и съели, пожарили. Ну, короче, как-то так. Давайте посмотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи. Так, сегодняшний первый улов. Я ничего закину. Я вот эту фигню цепляю вон ту, и она уже. Тарань. А кто это? Дяшка сказал? Дяшка сказал, это тарань, Даня. Ё-моё, наконец, все, запустилась камера. Всем привет! Камера запустилась. Сюша спит. Как вам сегодняшний день? Туман, Настя. Не бьет. Настя, как тебе сегодняшний день? Настя, как тебе сегодняшний день? Ой, прости. Я вообще так не Лена зовут. Да ты вот так вот. Это наш влог. Сегодня у нас на... Что сейчас? Завтрак, снеданок, йогурт, на печенье.
Гречка, гречка, очень вкусная, рекомендую, особенно школьная. Всем пока, с вами был Данил. Короче, дальше сами продолжите. До свидания. Пока. Мы просто снимаем этот, какие туалеты ставят у нас в школе. Вот скажите, вам нравится такой туалет? Да. Да? Нормальный? Да. Да? Вы в него ходили уже? Да. Да? А то, что там постоянно... А вы в каком классе, сколько уже лет учитесь? Первым. Первым. Вам нравится город Синельниково? Нет? А школа это нравится? Школа нравится? Отличная школа. А учителя? Все учителя офигенные. А, у вас же первый класс один учитель. Ну, короче, ты в другом городе жил, да? Синельниково нехороший город. Некрасивый. Для молодежи не пойдет, да? Да, в Днепр поехал, да, жить? Да. Да? Ну и все. Все, спасибо за комментарий, и вы свободны. Нормальные люди купили торт и лимонад, а они купили какую-то фигню, я думаю. Сейчас посмотрим. Да. Сейчас посмотрим, ребят. Ставьте лайки, если вы заинтересованы посмотреть, что там нам купили. Всем привет, это новый видео. А ну, скажи тихо, что вы купили на камеру. Консервированные носки. Консервированные носки. Что? Квашеные. А, квашеные носки. А пирамиду, трикутную, чтобы она типа была двумя сторонами ко мне. Да. Поняла. Не, я поняла. Что? Если управлена трикутная пирамида, что в основе лучше? Куты, стороны. Так, интервью перед подарком, Славик, можешь ждать? Там чашки, носки, кофты или машины. Что там? Там трусики. Трусики. Да? Ну, сейчас увидим. Спасибо. Кого убрать, портфель? А Саша был с вами? Да. А он уже пошел на него. Ну давай, не возвращай. Завтра на 14 жовтня, це день захисника вітчизни. Ми дуже сподіваємося, що ви наші захисники. І не сподіваємося, а впевнені, так? Що ви наші захисники. І зараз нас захищаєте, і будете нас захищати. І від імені дівчаток ми вас вітаємо з тим святом. І щоб ваше життя було солодким не тільки сьогодні, завтра, а було завжди. А щоб воно було сьогодні, ми вам даруємо солодощі. Ну і щоб ваші тіла, думки, життя було чистим, ми дуже даруємо вам невеликий подарунок, який дасть можливість згадати нас в будь-якій ситуації. Отже, ми вас любимо! Самые лучшие мальчики на свете. Ура! 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 Я хочу фото. Давайте подарок. Фото. Фоткаю. 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 Я не знаю, что ты там, это ты сам не любишь.
тобой, одним тобой. Сделай бутылка! Проснешься не со мной. Не стало только дышать открытое. Вот и все. Кому понравилось, лайки, отписки, дизлайки. Так что как-то так. Давайте.